Сквер первых космонавтов в самом начале улицы Гагарина. Знаковое место для местных жителей. Его разбили 40 лет назад. Центром притяжения стал стилизованный фонтан. Мозаика на стеле выполнена в память о первых полетах человека в космос. Официальное название закрепилось за сквером в 2014 году. Тем самым была увековечена память о 6 космонавтах, которые принимали участие в программе «Восток». До и после отправки за пределы Земли они находились в Куйбышеве. В свое время здесь принимали подростков-пионеры, рассказывает председатель ТСЖ Александр Денисов. Когда-то он учился в школе юных летчиков-космонавтов. Сейчас это общеобразовательное учебное заведение номер 69. Вот здесь проходили наши построения торжественные. Мы праздновали 12 апреля. Здесь первые присяги мы проводили. Соответственно, это место для нас достаточно дорого. Всех наших одногруппников, друзей. Здесь приходили наши родители, сюда приходили наши друзья, родственники. И я думаю, что жители близлежащих домов, старшее поколение, во всяком случае, это помнят. В соседнем доме со сквером первых космонавтов живет и Мария Савина. Говорит, это любимое место отдыха жителей микрорайона, особенно у детей. Они катаются здесь на роликах, скейтах и велосипедах. Правда, асфальтовое покрытие давно требует ремонта, а деревья и кустарники соответствующего ухода. Узнав о федеральной программе формирования комфортной городской среды, Мария вместе с другими активистами решила принять в нем участие. Для этого они создали свой дизайн-проект. Так пространство попало в шорт-лист рейтингового голосования. Ремонт данного места будет местом притяжения для отдыха большого количества людей. Конечно, в год космонавтики тоже хотелось бы, чтобы именно это место было приведено в порядок. Хотелось бы, чтобы было здесь все современно, потому что мы хотим действительно жить в комфорте. Мы хотим, чтобы окружающее нас пространство выглядело лучше, светлее, чище. По проекту здесь предусмотрено восстановление пешеходных дорожек, установка освещения, малых архитектурных форм, детской площадки, а также высадка новых деревьев, кустарников и обустройство цветочных клумб. Курировать проект согласился Александр Денисов. В прошлом году под его руководством привели в порядок площадь Урицкого, сейчас она называется Крымская. Тогда самарцы тоже проголосовали за благоустройство общественного пространства. Постоянно жители обращали внимание, что как-то надо привести в порядок эту площадь, превратить во что-то. Ну и в конце концов это было начинание поддержано, вынесено на общее голосование. И по голосам, соответственно, это было принято решение о том, что да, Крымскую площадь, то бишь тогда еще площадь Урицкого, реконструировать. И вот, в общем-то, администрация поддержала. Но это все укладывается в наши национальные проекты, что мы должны жить комфортнее. Благодаря активности жителей, сквер первых космонавтов попал в топ-19 общественных пространств, которые примут участие в голосовании за благоустройство в 2022 году. Высказать свое мнение по этому вопросу можно будет с 26 апреля по 30 мая этого года на платформе 63.городсреда.ру. Объекты, набравшие наибольшее количество голосов, попадут в перечень территорий для комплексного ремонта в следующем году.